Мы заканчиваем ремонтные работы по улице Преображенской на Ущипной ряд. Проведенные работы проведены достаточно качественно. Убрали стихийную торговлю, провели переговоры с представителями, в том числе торговли морепродуктами. Планируем, что здесь будет жизнь данного микрорайона, данных двух улиц, квартала совершенно новая. В новой, благоустроенной, культурной. Уберем весь Коломенск, как говорят в Одессе, отсюда. Местные жители нас поддерживают в этом. Уже началась обкатка трамвайного путепровода по новощипному ряду. Все идет по плану. Наши партнеры, те, кто работает, представители бизнеса, планируют также начать реконструкцию своих объектов, фасадные работы провести, заменить малые архитектурные формы. Это все планируем сделать совместно, скоординировав наши действия и закончить к апрелю месяца. На этом участке осталось положить асфальт, остановка, покрасить, сделать разметку. То есть этот участок мы заканчиваем. Остался только один перекресток – Преображенской и Пантелеймоновской. Это замена рельсов, замена всех путей и развилок. Но это сложный процесс, что касается трамвайных путей. К сожалению, под этими путями еще находится целый ряд переключений инфоксводоканала, что мы тоже тут меняем все эти трубы. Поэтому в такой зимний период мы не решаемся раскрыть и тем более остановить трамвай по Пантелеймоновской. Поэтому мы принимаем решение этот участок закончить. И при подготовке полностью всех работ, в том числе и трамвайных рельсов, мы закроем этот участок, этот перекресток закроем еще на максимум на месяц, закончим все работы и заново уже откроем окончательно.